В Якутии появилось еще одно местное отделение Русского географического общества. Четвертое по счету его открыли в Нерюнгре. Между тем, республиканское региональное отделение РГО сегодня является одним из самых активных отделений организации. Тамара Игнатьева продолжит. Организационное заседание прошло очень оживленно. Нерюнгринцы с интересом восприняли идею создания местного отделения общества. Задали много вопросов представители РГО в Якутии Юрию Данилову, внесли ряд отдельных предложений по дальнейшей работе. Основная цель общества – это, конечно, популяризация географических знаний, работа с населением, работа с молодежью, с детьми, проведение каких-то вот массовых мероприятий, в частности, вот географический диктант, допустим, так. Вот. Ну и, конечно, экспедиционная деятельность. Председателем Нерюнгринского местного отделения единогласно решили избрать директора технического института ЦВФУ, кандидата геолого-минералогических наук Сергея Павлова. Группа единомышленников под его руководством уже наметила первый проект. Проехаться по трассе Лена вплоть и по Колыме, вплоть до Магадана. К нам часто сюда ездят и проезжают мимо нас, да, а у нас такой возможности вот еще не было. Я думаю, что очень хороший первый проект был бы, если бы мы объединились и смогли организовать такое путешествие от Станового хребта до Тихого океана. В Нерюнгре живут немало энтузиастов, которые, объединившись в группы, организовывают самые разные экспедиции. Так, в этом году группа единомышленников под руководством Романа Шигельняка покорила гору Маккинли на Аляске. Создание местного отделения он воспринял как значимое событие в жизни Нерюнгри. Должна развивать любовь к природе, к родному краю, к любовь к путешествиям и ко всем тем вещам, которые двигают людьми к туризму и ко многим-многим вещам, в конце концов, и в том числе и патриотизм. Создание Нерюнгринского отделения Русского географического общества, безусловно, даст толчок к развитию в районе внутреннего и внешнего туризма, краеведения, научно-экспедиционной деятельности. Ведь объединение усилий под крылом мощной всероссийской общественной организации дает для этого большие возможности. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри.